В ленинградском зале «Юбилейный» борьбу за Кубок Советского Союза вели молодые гимнасты. Резерв первого состава сборной команды страны. Они выступали с интересными программами, отвечающими современному уровню гимнастики. Особое внимание обратила на себя ростовчанка Наташа Юрченко, ученица известного тренера Владислава Ростороцкого, воспитавшего в свое время Людмилу Турищи. По условиям этих соревнований судьи поощряли молодых гимнастов дополнительными баллами за новые элементы. Они были в программе Наташи. Она показала гимнастику высокого класса, который сложность упражнений сочеталась с уверенностью и красотой исполнения. Наташа Юрченко впервые стала обладательницей Кубка СССР по спортивной гимнастике. Большой успех! Но совершенствованию нет предела. По мнению специалистов, Наташа вполне может претендовать на самые почетные титулы в мировой гимнастике.